Не верится, что в нашей семье произошло столь жуткое преступление. Еще и в Салеме. С его-то историей. Может, если бы мы ее получше знали, брат не стал бы трогать тот нож. Не понял, о чем мы стоим? Потусим, погнали! Сначала поиграйте со мной, а потом идите. Или я звоню маме. Ладно, Джо, во что будем играть? Пусть поиграют, поиграют, поиграют. Ты нож что взял? У него? Господи, Джо! Так не надо! Отстань, тихо, Джо, тихо. Это не игрушка! Боже, ты что? Все, наигрались, ложись. Жесть какая-то. Положи уже. Маркус, идешь или как? Я посижу, Джо, а вы идите. Йоу, а это что за клоун? Он что, обдолбался? Лоб себе изрезал. Иди-ка домой. Стой, ты чего? Не надо. Маркус, ты что делаешь? Просто. Пора поиграть в прятки. Маркус их зарезал. У него дикий взгляд. Он заставил нас играть в прятки. Это не он. Мы должны ему помочь. Это полный бред, ясно? Почему не играешь? Если проиграем, всех ждет смерть. А если выиграем? Не надо! Я хочу сыграть!